Всем привет, меня зовут Виктория, добро пожаловать на мой канал. И как вы уже поняли по названию, сегодня у меня будет видео о моей работе, а точнее клеях для наращивания ресниц. Кто лэшмейкеры, кто мастера по наращиванию ресниц, продолжайте смотреть, кому интересна тема клеев. Потому что летом это более актуально, так скажем, потому что клеи всех начинают баловаться. Ну и зимой, в принципе, тоже. Я пробовала за последний год вот такие клеи, и сейчас скажу своего любимчика. Первый клей, который мой любимчик сейчас, вот, Marvel Lavery. Он мне нравится больше всего. Меняю его каждую неделю. У него сцепка 1 секунда пишет. Опять же, влажность должна быть. Если влажность у вас меньше 30%, то он уже перестает работать, и у вас ресницы могут осыпаться. У меня 31% влажности, и он работает хорошо. Сейчас у меня открыто окно. Вот. Но мне кажется, он у меня врет. Это с Алиэкспресса, потому что... Мне кажется, если честно, что он врет, у меня влажность больше, потому что мне здесь очень прохладно. Он бывает у него там батареечки немножко не срабатывают, он глючит. Вот. То есть от 35 даже он идеально будет работать. И когда подносим ресничку, Marvel, он ведет себя хорошо, он не сцепляет сразу, если влажность хорошая, температура для него тоже хорошая. Он не сцепляется сразу, он, человек успевает поправить ресничку. То есть я успеваю поправить ресничку. Сейчас это мой фаворит. Года два я работала на Ультра Супер, и перестала я покупать из-за того, что, во-первых, он для меня уже оказался медленным, из-за того, что его просто нужно заказывать. Сайты его не продают в Нижнем. Вот, а так он мне нравился, но он для мастеров, у которых небольшой опыт. Ну, конечно, кому нравится быстрая сцепка, то... Не берите его, у него сцепка немножко медленная. Сажаешь и, наверное, 2 секунды ждешь. Но он мне нравился. И у него носка, хотя пишет 4-5 недель, по-моему, про него, у него носка больше, у него была носка 8 недель. Девочки очень долго с ним ходили, но его нет, и мне стало его неудобно покупать, а Marvel у нас есть везде. Дальше Neo. Neo, он ведет себя когда как. Опять же, когда какая влажность. Он быстрее, чем Marvel, он моментально схватывает, не успеваешь посадить, поправить ресничку, не успеешь, она осыпется, поэтому для очень... Для тех мастеров, которые любят очень-очень быстро работать, он подойдет. Но он тоже Marvel и Neo, они популярные сами по себе, они нравятся. Но я с ним не сдружилась. Дальше у нас будет Барбара. Эксклюзив. Увидела я его у девочки, что она очень... Многие его советовали. А правда, он хороший, нормальный у него нос, я могу вам его посоветовать. Но, опять же, я за ним не успела. Поэтому, опять же, для опытных очень мастеров, хотя я работаю 6-й год, и разделяю сначала ресничку, потом сажаю сразу. Но он такой более водяной, поэтому... Я люблю, когда он все-таки дает мне право на ошибку, и я успеваю пучок раскрыть, когда склеить. Потому что влажность у меня в комнате. Мне кажется, скорее всего, у меня еще влажность. Нужно либо кондиционер ставить, либо что-то охлаждающее, какой-то прибор. А так, если у вас кондиционер есть, вы в офисе работаете, то вообще идеально. У него очень хорошая носка. Эти все клеи, я сейчас скажу, какой не советую. Пока что я все советую. Вот, пробуйте. Вот этот мне не понравился, потому что 1 секунда, черный, но как-то он вообще не вдохновил меня и не понравился. Хотя здесь написано, что температура 18-22, влажность 40-70. Я также все проводила. Опять же, через раз. Я его совсем не поняла, поэтому я о нем ничего даже сказать не могу. Пробуйте сами его. Я даже не помню, как... Он у меня себя вел. Ну, что-то он мне вообще не понравился, если честно. И у нас, я смотрю, он даже был по акции, потому что его никто не брал. А мне нужен был срочно клей. Первый день он нормально был, а потом как-то себя на второй день повел ужасно, и я его сразу эту, в стороночку убрала. И самый ужасный клей, который мне не понравился... И... Нет, кстати, по носке он хороший. Ни одна ресница при прочесывании не вылетает, но он очень медленно. Написано 2 секунды, и что ресничку надо разделять. Это для тех мастеров, кто, допустим, сначала берет пучок,
макают его в клей, потом уже разделяют ресничку вместе с каплей клея. А я работаю наоборот, поэтому я разделяю ресничку сразу, поэтому он медленный. Мне он понравился, он не осыпается, но единственное, если бы он работал побыстрее, он мне на полчаса работал. У него, как и у всех, влажность идет 40-70%. И написано, что от 3 секунд у лаври нужно разделять резничку сразу и сажать. Но здесь успеешь даже, я не знаю, успеешь сделать все, что никогда не успевала. Он медленнее, чем ультра-супер. Насколько для меня был ультра-супер в последнее время медленный, но он еще медленнее. Я хотела взять розовенький, забыла, как он называется, 4 секунды тоже лаври. Но он, мне кажется, вообще бы был не то что медленный, не знаю. Мне кажется, даже если на нем учиться, то все равно у девочек будет падать ресницы. Она будет ее сажать, тем более классику, и она будет падать. На нем учиться невозможно. Лучше Marvel брать учиться. Ну что, все, это, в принципе, все клеи, которые я перепробовала. Рассказала вам про них, я помню, вспомнила мой опыт. И фаворитики это все-таки Marvel. И даже не знаю из всех этих, какой вам еще посоветовать. Ну, ультра-супер его уже нигде не купишь. Нео. Смотря от чего вы хотите. Если вы хотите быстрой сцепки сразу, вы успеваете, то можете любой брать. Нео, Марвел, Барбару. Вот, можете вот эти два брать. Вы за ней будете успевать, у вас будет отличный нос, только влажность соблюдайте, обязательно покупайте увлажнитель. А если вам нравится, чтобы немножко хотя бы за ним успевать и подносить ее, она все-таки ее можно было бы ресничку поправлять, то берите Marvel. Ну что, получилось коротенькое видео, всем спасибо за просмотр, я надеюсь, вам было полезно. До новых встреч, хороших вам работ, клиентов, и всем пока-пока!